В течение двух дней подающие надежды юные пловцы и воспитанники детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» боролись за звание лучших. В соревнованиях в честь Дня защитника Отечества приняли участие в общей сложности более 200 детей в возрасте от 6 до 16 лет. В видновском «Дельфине» в соревнованиях участвовали ребята 6-8 лет, занимающиеся как спортивным, так и оздоровительным плаванием. Ну а в развилке показать отличные результаты предстояло 100 юным пловцам от 10 до 16 лет, многие из которых уже имеют спортивные разряды и достижения. Ребята сильнейшие, видного, сильнейшие развилки принимают участие. Но это как бы генеральная репетиция будет перед региональными соревнованиями Кубок Евгения Рылова, который будет проходить здесь в мае месяце. Брас, вольный стиль и комплексное плавание на спине. Ребятам предстояло продемонстрировать все, на что они способны и чему научились. Эти старты, они позволяют из всех участников, которые принимают в них участие, выбрать ребят, которые действительно обладают определенными способностями, задатками, и уже в дальнейшем их индивидуально сопровождать вот для достижения больших спортивных результатов. 13-летняя Виктория Таранникова – серебряный призер чемпионата и первенства Центрального федерального округа по плаванию брасом на 200 метров. Серьезно занимается плаванием уже 5 лет. Регулярно участвует в соревнованиях и раз за разом показывает все более высокие результаты. Сегодня проплыть лучшие результаты. Просто лучше. Вообще не люблю говорить, но так планирую идти выше и выше, лучше, лучше. Стать чемпионкой мира. Посмотрим. Все ребята постарались выложиться на дорожке по полной программе, а поддержка тренеров и зрителей только воодушевляла юных спортсменов на победу. Те, кто показал лучшие результаты, поборются за медали в традиционном Кубке Евгения Рылова в мае этого года. Екатерина Борисова, Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.